До Нового года еще больше недели, а праздничные мечты маленьких Саши и Наташи уже исполнились. Современные смартфоны и милого плюшевого зайку по просьбе Дедушки Мороза воспитанникам центра «Созвездие» передал необычный гость – герой России Сергей Петров. Мы пришли в этот детский центр для того, чтобы выполнить желание по проекту «Елка желаний», которое организовано администрацией президента Российской Федерации. Следственный комитет поддерживает эту инициативу. И вот желание двух ребят, которые до нас дошли, мы постарались исполнить. Ну, убеждены в том, что им это понравилось, вот, потому что чудо должно быть у каждого ребенка. Впрочем, чудеса и подарки на этом не закончились. Целую вереницу творческих презентов для 60 ребятишек из «Созвездия» приготовили представители Следственного комитета, студенты подведомственной академии с праздничными поэтическими и музыкальными зарисовками, а также артисты учреждений культуры, включая ДК «Подмосковье» и молодежного центра «Красногорска». Они развлекали детвору мастер-классами по изготовлению новогодних украшений и веселой анимационной программой. Перед Новым годом всегда хочется не только верить в волшебство, но и самим стараться, если это возможно, тоже его дарить. Главное, что вот эти улыбки детей, которые мы видим, это самое главное, то, что хочется им пожелать, чтобы они как можно дольше верили вот в это волшебство, в чудо, в Деда Мороза и мечтали. Волшебная атмосфера зимней сказки не была бы полной без заключительного элемента программы – театрализованного интерактивного представления. Его главными героями стали Баба-Яга и, конечно, Дед Мороз. Наверное, самый долгожданный гость каждого новогоднего праздника.